Байкал может разделить судьбу Арала. Вот это настоящая тревога, понимается, в России. Уникальному озеру угрожает экологическая катастрофа. Из-за чего? Из-за действия Монголии. Там затеяли строительство трех крупных гидроэлектростанций на реке Селенге и ее притоках. Именно эта река обеспечивает до 80% поступления воды в Байкал. Ее перекрытие окажет необратимое воздействие на экологическое состояние озера. Как сообщает «Известия», такие тревожные данные приведены на закрытом совещании в российском Минэнерго. Перспективы просто катастрофические. Байкал может почти исчезнуть, как в свое время Аральское море. Монголия собралась строить электростанции для решения своих энергетических проблем. Улан-Батор не устраивает условия, на которых Россия поставляет ей электроэнергию. Сейчас российские энергокомпании решают, что приложить Монголии в обмен на отказ от проекта, губительного для Байкала. Скорее всего, это политический вопрос. Байкал – это уникальный водоем, который важен не только для России, но и в целом для всего мира. И поэтому здесь надо искать какие-то на всех уровнях компромиссы. И в политическом плане, и в экономике. Ну и про экологию забывать не надо.